Otto van Österreich. Einst Kronprinz von Österreich-Ungарn. В Вене состоялись похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего австрийского императора. Он скончался 4 июля в возрасте 98 лет в своем доме в баварском местечке Пекинг, Германия. На похороны в Вену съехались представители европейских королевских семей и политические деятели. Панихида проходила в Венском кафедральном соборе Святого Стефана, а похороны в фамильном склепе Капуцинергруфт. Отто Габсбург-Лотарингский был старшим сыном последнего австрийского императора Карла I, наследник одной из некогда самых могущественных монарших династий Европы. Бывший кронпринц Отто фон Габсбург-Лотарингский обрел вечный покой в фамильной усыпальнице своих предков. Сердце Отто фон Габсбурга будет похоронено отдельно в венгерском монастыре Паненхальма, неподалеку от города Дьер. Сердце последнего наследника империи навсегда останется с Венгрией. Сегодня оно будет похоронено отдельно в монастыре Паненхольма под Будапештом. Сердце Отто фон Габсбурга будет похоронено отдельно. Сердце будет похоронено отдельно в монастыре Паненхольма под Будапештом. То, что у Отто фон Габсбурга по семейной традиции вырезали сердце и захоронили его отдельно от тела, это обряд черной магии, с помощью которой многие поколения потомков таких людей обрекаются на ослабление не только общего здоровья, но и конкретно того органа, который вырезали у предка перед похоронами. Но это преподносится людям как священный церковный обряд, как проявление высшего уважения и почтения к умершему за высочайшие достижения при жизни человека. В результате подобного священнодействия у всех носителей этой генетики и их потомков оказывали слабые сердца и повышенную уязвимость именно тех органов, которые удалялись у далекого предка. Кроме того, захоронение в склепе – это еще одна страшная ловушка, в которую попала сущность Габсбурга, да и не его одного. В таких склепах тела очень долго не разлагаются, и сущность или душа человека не может воплощаться снова и снова. В Киево-Печорской лавре, что находится в Киеве, в системе пещер сохранились мощи, остатки умерших монахов, которые в дальнейшем священники стали называть святыми. Так как до нашего времени черепа и кости этих святых выделяют жидкость, которую монахи считают целебной. Химический состав грунтовых вод создал условия для естественной мумизации тел. Потоки энергии, пронизывающие территорию этого монастыря, создали условия, при которых клетки костной ткани остались живыми и продолжают выделять свою секрецию. В этом случае сущности остаются привязанными к остаткам физического тела и не могут уйти на другие уровни планеты. До тех пор, пока сохраняется органическая ткань, сущность остается привязанной к мертвой физической оболочке. И только когда последние органические соединения мертвого физического тела распадаются, сущность полностью освобождается и готова к дальнейшей эволюции. О том, что такое сущность или душа человека, что происходит с душой и телом человека после смерти, и как душа или сущность появляется в человеке вновь, смотрите в фильме «Сущность в круговороте жизни и смерти», в основу которого положены работы Светланы и Николая Левашова. Кроме садомазохизма и некрофилии, у библейского бога, еврейского бога Яхве и Иеговы, очень в ходу людоедство. В христианской церкви главным мистическим актом, на котором построено ритуальное богослужение, является людоедская традиция, называемая причастием. Через претворение хлеба и вина в кровь и тело Христа мысленно пить эту кровь и есть его тело. Без этого мысленного каннибализма не будет спасения, так вещает христианство. Из этого следует вывод, что христиане – это мистические людоеды, которые мысленно едят человечину и пьют кровь.
До сих пор по миру путешествуют руки, ноги, головы, тела святых, которые якобы обладают целительными способностями. Так, например, мощи могли носить в крестных ходах и возлагать на больных. Многие мощи святых источали миро. Достоверного объяснения этого загадочного явления ни теологи, ни ученые не дают. Для одних это вымысел, а для других это процесс, механизм которого принципиально не познаваем. Русский ученый Николай Левашов разъяснил, как происходит самопроизвольное возникновение жидкости на иконах, которая близка по составу к обычным органическим маслам, так называемым миро. Когда художник пишет образ, он вкладывает в картину свою душу, энергетику, часть своей жизненной силы. Дерево имеет биологическую природу, а масляные краски представляют собой жидкий кристалл, и при написании иконы дерево и краски насыщаются энергетикой художника. Далее, когда тысячи людей начинают молиться на икону, потоки энергии воздействуют на дерево и краску, и она начинает накапливать потенциал молящихся. В определенный момент потенциал становится критическим, и в накопленных красках возникают условия для синтеза жидкости, и икона начинает мироточить. Похожим образом происходит отнюдь не божественное чудо исцеления. Церковники умело используют энергетику своей паствы. Прихожане, вкладывая душу при молитве, отдают свой потенциал. Масса этого потенциала собирается попами и направляется на больного, при этом происходит своеобразный обмен. Больное поле человека с недугом распределяется между всеми молящимися, и здоровые насыщаются больной энергетикой, а больной получает здоровую энергетику. Ко всему этому, молящиеся, отдавая часть жизненной силы, сокращают свою жизнь, порой на несколько лет. Головокружение, головная боль, дурнота, возникающая во время коллективной молитвы в церкви, является сигналом откачки жизненной силы. Больной же, получив жизненную энергию здорового человека, благодаря как бы Всевышнему и Святой Матери Церкви, вдруг обретает здоровье. А в результате невежество прихожан весьма эффектно преподносится церковью как чудо исцеления. На самом же деле, исцеление и мироточение – это естественное проявление человеческой природы и никакого отношения к Богу не имеет. Знаете, что недавно предложил мне мой компаньон? Торговать мощами. Прахом? Костями? Это уж, извините, какой-то гоголь получается. На каждую вложенную копейку – рубль дохода. Рубль. В распоряжении Святого Престола в Риме находится более 1000 мощей, так называемых праведников. Их много в Италии, пусть поделятся. Попросить у Ватикана эти мощи в аренду на время. Это уже не только гуманитарное дело, но и коммерческое. А наш дикий народ пошел бы на мощь. Согласны? Да нет никаких мощей. Только пыль, продукты распада. Культ святых мощей в христианстве начал распространяться после Никейского собора 325 года, и обретение подлинных мощей первых святых стало дело крайне затруднительным. Ни о какой достоверной идентификации не могло быть и речи. Но мощи обретались, притом в изрядных количествах, у таких святых, как Георгий Победоносец, мексиканская дева Гвадалупская, святой Валентин, тот самый, в честь которого 14 февраля празднуется День всех влюбленных. Так, например, у Андрея Первозванного оказалось 5 тел, 6 голов и 17 рук. У святой Анны 2 тела и 8 голов. Столько же голов и у святого Филиппа. У Иоанна Крестителя 10 тел и 7 подлинных голов. Хотя, согласно христианской легенде, тело Иоанна было сожжено вместе с отрезанной головой. Далее неполный список самопроизвольно клонировавшихся мощей. Бенедикт 3 тела и 4 головы. Эразм – 11 тел. Доротея – 6 тел. Стефан – 4 тела и 8 голов. Вильгельм – 7 тел и 10 голов. Елена – 4 тела и 5 голов. Исаия Пророк – 3 тела. Иероним
два тела, четыре головы и 63 пальца. Юлиана, 20 тел и 26 голов. Лука, 8 тел и 9 голов. Петр, 16 тел. Федора, 4 тела и 6 голов. Мария Магдалина также разделена на несколько частей. Верующим демонстрируется кисть руки, хранящаяся в монастыре Симона Петра на горе Афон. В церкви Сент-Бом близ Марселя хранится ее голова. В монастыре Есфигмен в Греции хранится ее левая нога. Из частиц креста, на котором был распят Иисус Христос, если собрать все имеющиеся по миру частицы, можно составить около сотни крестов. А гвоздей, которыми был приколочен Христос, собрали в количестве 1235 штук. В дополнение ко всему имеется в наличии свеча, которая светила при рождении Иисуса, волосы младенца Иисуса, крайняя плоть Иисуса, слезы Иисуса, кости ослицы, на которые Иисус въезжал в Иерусалим, Вероний скелет, Авгену и хвост, кровь Иисуса, собранная у подножия креста, коробка с последним вздохом Иисуса. А в ноябре 2002 года обнаружились сандали Христа. Церковный бизнес не обошел стороной и мать Иисуса Христа. Святыми реликвиями признаны кусок окна, через который архангел Гавриил явился Марии, тряпки с кровями Святой Девы, слезы Богородицы, молоко Богородицы. По выражению Жана Кальвина, молока Богородицы в европейских храмах хранилось столько, что даже если бы она была коровой, то все равно не смогла бы столько давать. По последней церковной инвентаризации оказалось, что столов на Тайной Вечере было два. Один кедровый, другой дубовый. Первый находится в Италии, а второй в Австрии. Также на балансе Святой Церкви много цветов Павла, остатки одежд апостолов, сосуд с потом святого Михаила, собранного после его борения с дьяволом, палец Святого Духа, чихи Святого Духа, мощи петуха, прокукарекавшего Петру. Лоскутов савана Господа столько, что заворачивали его не иначе, как в корабельный парус. У каждого из апостолов, судя по обрывкам их нарядов, было личное ателье. Петру кукарекал не один петух, а целая птицефабрика. Изготовлением святынь церковь занимается глобально и в промышленных масштабах. Особое и важное место в христианстве занимает поклонение останкам умерших праведников. У католиков в основном распространено почитание мощей, мумифицированных останков, или нетленных тел, то есть не подверженных естественному разложению после смерти. Православные же несколько расширили эту традицию и поклоняются не только костям, но и обрывкам одежды трупов, отдельным частям тела и даже пеплу. Естественно, все это выдается за некий духовный акт. Поклонение пальцам, рукам, ногам, головам, просто костям праведников, хранение их в особых залах, специальных катакомбах, использование их для поддержания веры по своей сути являются одной из форм некрофилии – тяги к мертвому телу. И до сих пор толпы обманутых верующих направляются в храмы, чтобы облобызать кости давно высохших трупов. Христианство превращено в религию смерти, веру живых людей в мертвых, в поклонение живых мертвецам. Почитание останков умерших – очень древний культ, распространенный по всему миру. Поклонялись костям предков, черепам вождей, останкам храбрых воинов, как своих, так и чужих. Носили амулеты из зубов, кусочков кожи, волос и каких угодно частей тела. Черепа и скелеты были частью интерьера и ландшафтного дизайна, а в иных церквях почти все уставлено гробами.
и чем больше гробов, тем больше желающих посетить конкретную обитель. Религия из духовного учения уже давно превратилась в своеобразную разновидность шоу-бизнеса, в отрасль экономики, поставленной на некрофилии. И вряд ли от такого бизнеса Святая Церковь когда-нибудь откажется. Есть спрос на трупы, будет и предложение. Одна из разновидностей некрофилии – желание поклоняться предметам погребального культа – гробам, портретам, цветам, одежде. Наряду с мощами аналогичное почитание может распространяться на ряд других предметов, находившихся в физическом контакте с телом святого. Прежде всего, ту ткань, в которую облекаются мощи, воск от свечей, стоявших на могиле святого и так далее. Нездоровый интерес церкви к останкам святых является якобы древней христианской традицией и выражается в собирании и хранении мощей, испытывая при этом благоговение перед останками, выкапывании и перенесении костей, или, говоря более мягко, в торжественном открытии и перенесении мощей, выдумывании новых праздников в честь обретения и перенесения мощей. В строительстве над мощами храмов и других культовых сооружений. В обычае возлагать в основание церковных престолов частицы мощей святых. Некрофилия, от древнегреческого «некрос» – мертвый, и «филия» – любовь, может рассматриваться как разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового предпочтения. Классификация некрофилии. Повторяющиеся некрофильные действия с трупами. Некрофильные фантазии без совершения активных действий. Проявление некрофилии. Лечение к похоронной атрибутике и обрядам, расчленение трупов и иное надругательство над мертвыми телами, стремление видеть или обонять разлагающуюся плоть. Христиане – это мистические людоеды, которые мысленно едят человечину и пьют кровь. То, что у Отто фон Габсбурга по семейной традиции вырезали сердце и захоронили его отдельно от тела, это обряд черной магии. Изготовлением святынь церковь занимается глобально и в промышленных масштабах. Исцеление и мироточение – это естественное проявление человеческой природы и никакого отношения к Богу не имеет. Религия из духовного учения уже давно превратилась в своеобразную разновидность шоу-бизнеса, в религию смерти, веру живых людей в мертвых, в поклонение живых мертвецам. Люди, опрометчиво доверившиеся церкви и покорно исполняющие малоприятные религиозные обряды, рискуют замедлить или даже остановить свою эволюцию, бесконечное совершенствование своей бессмертной души. Именно в этом заключается самая большая опасность религий.